В Молдове стартовала вакцинация против сезонного гриппа. Почти 100 тысяч прививок распределили по всем медицинским учреждениям страны. В первую очередь будут вакцинировать детей, медработников и страдающих хроническими заболеваниями. Вакцинируют детей от полугода до 3 лет. Они включены в категорию высокого риска. Еще одну категорию составляют пожилые с хроническими заболеваниями, с почечной, сердечной, печеночной недостаточностью. Многие прививаются от гриппа ежегодно. Ну, потому что я не болела. Не хочу болеть. У меня слабые, ну, проблемы с почками, аритмия иногда бывает, вот немного давления, где подскочит. Вот она позвала на вакцинацию гриппа, я пришла. От ковида вы вакцинируете? Да, конечно, обязательно. От ковида, да. От ковида? Если не вылечишься, можешь заболеть так, что потом не встанет. Очень боялась, конечно. Поэтому я хочу быть здоровой. Специалисты в области здравоохранения утверждают, противопоказаний для вакцинации от гриппа привитым от коронавирусной инфекции нет. Более того, процедуру можно пройти за один день. Прививка от гриппа делается в другом месте и другим шприцом. Но если человек уже вакцинировался от ковида несколько дней назад, то прививку от гриппа можно получить не раньше, чем через 30 дней. Эпидемиологи заверяют, прививка против гриппа не имеет побочных эффектов. Это тетравалентная вакцина из 4 компонентов. 2 из них – это вирус гриппа типа А, еще 2 – вирус гриппа Б. Мы получили 99 850 доз. Вакцина не имеет противопоказаний. Сезон гриппа уже начался. Зарегистрированы 2 случая. По данным Национального агентства общественного здоровья, в прошлом сезоне не было зарегистрировано ни одного случая гриппа.